Всем привет! С вами Василий Ушанский, и я хочу провести первую прогулку по обновленному кабинету компании Infineon. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, что вы сами можете настроить цветовую палитру сайта, то есть выбрать более жесткие красные тона, например так, или более спокойные зеленые. Мне нравится, вот, допустим, вот этот. Второй момент. Аватар свой я не смог поменять, по какой-то причине, видимо, еще не настроено. Ну, может быть, даже это к лучшему. Здесь я значительно привлекательнее выгляжу. Теперь по меню. В меню продукты вы можете найти обучающие материалы по тем торговым площадкам, на которых мы с вами в дальнейшем будем работать. В меню партнеры можно посмотреть отчеты, а для того, чтобы строить свою структуру, заходим в Binary и выбираем Binary View. И попадаем на уже привычную нам страницу, на которой мы можем продолжать приглашать людей в проект. Для того, чтобы увидеть текущее начисление, которое есть у вас на счету, достаточно в Payments попытаться вывести эти средства. И мы попадаем на страницу, где перечислены те начисления, которые вам положены в это время. А как вы помните, начисления производятся с задержкой в 2 недели после проведения отчета за прошедшую неделю. В данном случае у меня за тот период 3-недельной давности начислено 25 комиссионных, это 10% с короткой ноги. И за 12 лично приглашенных партнеров, которые купили пакеты, начислено, соответственно, 15% от общей суммы покупок. За вычетом $65, которые я уже выводил из проекта и снимал видео о том, что они успешно добрались до моей сберкарты, остается $49.88. То есть сейчас у меня в проекте на счету такая сумма. Специально спрашивал у поддержки, каким образом можно оплатить пакет или лицензию на следующий месяц, а также партнерские. Был получен ответ, что достаточно оставить необходимые для оплаты средства на счету компании. Обращаю внимание, что еще не начислены beginner бонусы. Видимо, это будет сделано с небольшой задержкой. Меню Setting несколько изменилось. В нем вы можете установить ту ногу, в которую будут регистрироваться ваши новые партнеры, в связи с тем, что появилась реферальная ссылка. То есть вот здесь можно выбрать либо в левую ногу, либо в правую ногу. И третья опция, Balanced, видимо, означает, что новый партнер будет подключаться в ту ногу, в которой меньше партнеров. Установим баланс, нажмем Update. Кроме этого, уменьшив масштаб, на главной странице вы можете найти новости проекта и посмотреть их. Вот такая получилась небольшая экскурсия по обновленному кабинету партнера компании Infineon. Буду рад, если представленная в нем информация поможет партнерам получше сориентироваться на сайте. Всем спасибо за внимание. С вами был Василий Ушанский. Всего вам доброго.